Отборочный чемпионат WorldSkills соберет участников более чем из 80 субъектов России. Они будут соревноваться по 16 компетенциям в сфере услуг. Жюри определит лучшее в кондитерском деле, администрировании отеля, туризме, ветеринарии и других многих профессиональных качествах участников. По словам организаторов, блок «Сфера услуг» – один из тех, которым Якутия является лидером. Эта сфера в регионе является одной из базовых. И, укрепив лидерские позиции в области предоставления услуг, Якутия может стать кузницей кадров для других регионов. Самое главное, мы считаем, что останется наследство от этого чемпионата. Это хорошо подготовленные эксперты национального уровня. Это оборудование, которое мы приобретаем и которое мы усовершенствуем. И, конечно же, самое главное, что мы считаем, что местное производство от этого значительно выиграет, поскольку придут профессионалы в эту сферу. То есть будут появляться новые рабочие места.